Огонь, вода и прорвавшиеся трубы. Жителям сразу нескольких микрорайонов областного центра не пришлось скучать в выходные. Впрочем, речь идет не о веселье. Во дворах на бульваре Лени Голикова и улице Донецкая раскинулось море широко. Причиной потопа накануне вечером стала коммунальная авария. Как сообщили, в водоканале лопнула чугунная труба диаметром 20 сантиметров. Аварийные бригады вынуждены были отключить воду на время ремонта. Сегодня утром пришлось скрывать асфальт. Улицы перекопаны, воду обещают дать к вечеру. А вот жильцам дома номер 16 по Большой Санкт-Петербургской в ночь на воскресенье было жарковато. Здесь загорелись несколько хозпостроек. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, на место пожара выехали боевые расчеты и 3 автоцистерны. Пожар удалось оперативно потушить. Пострадавших и погибших нет. На момент возгорания здесь стояло много машин. Их владельцы бросили спасать свое имущество. Одинокой осталась только белая «Волга», хозяева которой были на даче. Впрочем, соседи проявили взаимовыручку и вместе с пожарными отогнали авто от огня. По словам местных жителей, сгоревшая постройка в последнее время часто становилась прибежищем для социальных личностей.